Настоящая новогодняя сказка. Именно так можно охарактеризовать атмосферу, которая накануне царила на Брестской набережной. Здесь был дан старт праздничным городским гуляниям. Веселые песни, зажигательные танцы, звонкий смех, горячий чай и сладости. Для хорошего настроения была не одна причина. Наша елка – это старт, в принципе, для празднования тысячелетия города. Так получается, буквально через 13 дней наступит юбилейный год. Это год тысячелетия города. Поэтому елка Ленинского района дает определенный старт. Я думаю, что все в этом плане будет хорошо. Ну а как готовились? Мы в этом году продолжили ту традицию, о которой говорили в прошлом, что елка Ленинского района это не будет где-то постоянная, а елка в разных микрорайонах. В данном случае мы сегодня взяли район Набережной. Очень перспективный район, который стоит задача и перед городом, и перед районом его развивать с точки зрения комфорта, отдыха для горожан. И поэтому вот елка, которая здесь, это тоже, наверное, какой-то центр событий. К общему празднику присоединялись целыми семьями. У Читы Чернякевич на этот день выпал общий выходной. Чем не повод устроить зимнюю прогулку, решили молодые родители и отправились с сыном на снежные горки, а затем и на уличный концерт. Часто ходим на открытие елки. Как получается, часто ходим. Любим такие мероприятия, весело и ребенку очень интересно. Танцы, всякие развлечения детские, игры. Очень интересно и нравится. Очень часто ходим. Солидарны с мнением пары и остальные участники торжеств. Организаторам однозначно удалось создать на площадке хорошее настроение. Когда Нового года ребенку будет интересно, я предполагаю, что будут какие-то интересные мероприятия, которые он бы захотел посмотреть. Пришли за настроением. Было праздничное. К слову, новогодние украшения лесной красавицы шары в этом году у ленинцев необычные. Каждый с логотипом предприятия или организации. В этом году есть определенные особенности этой елки. Она украшена шарами с логотипами предприятий только Ленинского района. Скажу так, 33 предприятия участвовало в этой акции, и на этой елке находится около 400 шаров. Если внимательно посмотреть, это, по сути, все предприятия, которые есть в Ленинском районе. Важный момент – зажжение огней на главной елке ленинцев прошел точно по графику. Продолжится хоровод торжественных елочных открытий совсем скоро. 20 декабря всех ждут на празднике возле администрации Московского района, а 22-го – на площади Ленина.